slow down. Grab and go up. Wiggle like you're trying to make your ass fall off. Slow down. Grab and go up. Wiggle like you're trying to make your ass fall off. Здравствуй. Кто ты? Впрочем, не важно. Приветствую тебя. Со мной ты в безопасности. Я буду здесь рядом, чтобы тихонько говорить с тобой, не тревожа других. Послушай, я расскажу тебе о Сенуа. Ее история уже подошла к концу, но сейчас начинается снова. Она дышит. Голова дышит. Она все ближе. Дилион. Это путешествие в глубины тьмы. После этой истории других историй не будет. Они чувствуют, что ты идешь. Они идут. Тихо. Извини. Я забыла рассказать тебе о других. Ты ведь тоже слышишь их? Они всегда здесь со дня трагедии. Ну да, это не совсем верно. Некоторые из них тут давно, некоторые недавно. Но все они изменились. Думаю, тьма изменила их так же, как изменила ее. Смотри, там впереди. Ты тоже видишь? Да, это место действительно существует. Она добралась, наконец. Это страна тумана и мрака. Северяне зовут это место страной Хель. Оглядись вокруг, ты их увидишь. Утопших, больных, убитых. Они повсюду. Их тела гниют на полях и в реках страны Хель. Но здесь мертвые не всегда лежат спокойно. Нет, в этом месте они не покоятся с миром. О чем она думает? Не расскажу тебе. Ей страшно. А тебе не было страшно? Кажется, она должна была уже привыкнуть к этому за столько лет. Но тьма... Тьма разрастается, становится сильнее, нависает над ней. Можно притвориться, что ее нет,
отворачиваться от нее. Но она всегда рядом, хоть и невидимая. Там, где ты уязвимая всего. Она как будто знает, сколько тебе нужно света, чтобы видеть ее удушающую мощь. Ты думаешь, что она очень храбрая, раз отправилась в такое путешествие одна? Но ей движет не храбрость. Храбрость для тех, кто боится смерти. Страх сыну гораздо, гораздо глубже. Что она ищет? Что осталось позади? Я знаю, о чем она думает. Я слышу ее мысли. Еще не поздно сесть в лодку и вернуться. Никто не осудит ее. Никто об этом не узнает. Она услышала нас. Пути назад нет. Сыну отталкивает прочь мир, в котором все стремится причинить только боль. Возвращаться незачем, и ждать можно только худшего. Может быть, ты пойдешь с нами? Может быть, тебе тоже есть место в этой истории? Всем привет, друзья! Меня зовут Валерий Хаус, и в передышке от серии Resident Evil я решил записать новую игруху, которая вот только недавно на днях вышла, где-то 8 августа вроде как. Это Hellblade. Игра в стиле экшен-адвенчура, сделана по скандинавской и кельтской мифологии. Вот. Там по сюжету получается душевнобольная девушка кельтская, воин, отправляется в мир мертвых, чтобы спасти своего возлюбленного. Вот. В игру я играю первый раз, так что могу тупить в местах. Что, начнем? She needs to focus now. She needs to use her eyes. Так. На Е, получается. Не забывай моей истории, сынова. Потому что твоя тьма идет из Хель. Там тебя ждет твоя судьба. Говорят, что горящие тела оказывают с прямо у ворот Хел. Но этого пути не минуют ни боги, ни люди. Ты должна покинуть острова Оркни через Восточное море, найти путь, ведущий на север, через темные равнины. Через 9 ночей пути ты отправишься вдоль большой реки и увидишь мост, покрытый золотом. Отсюда начинается дорога в Хельхейм. Мост ведет через реку ножей. Река эта течет из темного мира Нифльхейм. В игре перевод субтитрами, так что буду в основном читать субтитры. Что-то темнеет.
кто идет? Ребята, жесть вообще. В наушниках. Это круто. Тьма приближается. Она желает жизни. Она изголодалась по жизни, как стая волков на охоте. Но она не остановится. Атмосфера в игре вообще крутяк. Не теперь. И что, все? Страна мрака и тумана. Старый дурак был прав. Как он говорил? Река ножей, за которой лежит страна Хель. Место, которое зовут Хельхейм. Где ты? Я тебя слышу. Сынуа. Сомнений нет. Источник тьмы где-то в Хельхейме. И богиня Хела держит его душу там. Я иду. Ее милого возлюбленного. Делиана. Картинка вообще радует глаз. Графика супер просто. Да и звуковое сопровождение тоже офигенно. Пока я в восторге, честно. Так, я так понимаю, мне надо попасть на мост. Мост Хельхейм. Я не помню его название. Она тоже забыла. Но она помнит, что пройти по нему могут только мертвые. Такое забыть сложно. Старый дурак сказал, что к нему есть тайная дорога. Посмотрим, что будет дальше. Я так понимаю, в игре открытого мира как такового-то не будет, так как я слышал. Вот. По большей мере она как линейная. Так, это я понимаю, это контрольные точки. Северяне говорят, что есть 9 миров. Мир людей известен как Мидгард. Небеса, где живут боги Асгард. Боги земли, урожая, ветра и моря обитают в Ванахейме. Добрые эльфы живут в Альфхейме.
а злые духи — в Свартальфхейме. Горные великаны живут в Йотунхейме. Огненные великаны обитают в Муспельхейме. Нифльхейм — мир льда и тьмы. Хельхейм населяют только мертвые. Туда ты и должна отправиться. Отправиться прямиком к мертвым. В мир мертвых. Так, почему мне не показывают управление? Так, на F получается у нас действие. Не, ну красота вообще. Не налюбоваться. Голоса в голове вообще, в наушниках это круто, просто такое ощущение, как будто у тебя в голове эти голоса. Нет, вот она, тайная дорога. Так, какие-то ворота. С каким-то символом. Не убивай меня. Я не из них. Я просто прячусь. Я знаю, если прятаться, то дольше проживешь. Я не дамся больше этим ублюдкам. Им меня не поймать никогда. Постой. А кто ты? Труд? Это ты? За мои рассказы о северянах меня прозвали Трудом, лжецом, старым дураком. Но Труд знает правду. Я рада, что ты здесь. Ты сдержал свое слово. Вести тебя в этой жизни и в той. Я буду рассказывать тебе свои истории о Хель, если ты позволишь пойти с тобой. Расскажи мне все свои истории снова, старый друг. Я буду слушать тебя. Сосредоточь свое внутреннее зрение, и ты увидишь скрытое в открытом. Сосредоточить зрение? Так, сосредоточить зрение, мы уже поняли, как это на Е. Я вижу одну. Удержи ее своим внутренним взором, и найди такую же, чтобы открыть врата. Найти такую же. Где мне такую же искать? Ладно, давайте осмотримся. Она близко. Сосредоточься, и ты найдешь ее. Уже близко, говорит. Так, ну я понимаю, вот эти вот мигающие штуковины где-то... О!
гляди на ворота, и ворота откроются. А, да ладно, тень. Нифига себе. Ладно, пойдем к воротам. Получилось. 6 лет я был рабом в Хель. Но я следил за северянами, изучал их. Ты слушала меня, хотя другие смеялись. Мой народ дорого за все заплатил. Храни мои истории, и вместе мы покажем северянам нашу ярость. Еще один голос теперь с нами. Когда-то она пыталась заставить всех уйти, притвориться, что их нет. Но какой в этом прок, если мы всегда рядом? Ну и что, еще один голос говорит с нами. Значит, по ходу игры будет прибавляться, что ли, еще больше и больше голосов. Так же бывает и с высотой. Когда стоишь на краю, можно притвориться, что все хорошо. Но все-таки ты знаешь, что смерть рядом. Она только ждет, когда ты оступишься. Хочешь, не хочешь, а это так. Да ладно, я чуть не грохнулся, блин. Добрались до контрольной точки. Миром мертвых правит великан Шехелла, дочь Локи. Боги страшаются ее крови. Плох род ее матери, а отца еще хуже. Когда она была ребенком, Бог-отец отдал ее во владение Хельхейм и даровал власть над всеми самоубийцами, а также умершими от болезней, лишений и старости. Во всех 9 мирах одна лишь Хела может воскрешать мертвых. Твоего Дилиона принесла в жертву Хеле. С ней тебе придется торговаться. Так, до моста мы почти добрались. Осталось спуститься. Придется еще торговаться с Хель. Сказал. Так, спускайся. Брата, иди обратно. Ты должна их открыть. Врата в Хельхейм отделяют живых от мертвых. Не лицо ли это самой Хелы, полусгнившей богини-правительницы Хельхейма? Какие бы ужасы ни скрывала эта дверь, она должна найти его. Здесь кто-то есть. Ты.
Ты забрала его у меня. Умоляю. Отпусти его. Я дам тебе все, что ты хочешь. Я больше не буду противиться. Верни его. Дура, ты умрешь. О, что у него с рукой? Опа, опа. Как драться-то? Так. Понятно. Блок. Контр. Ух ты. Бои вообще крутые. Ну давай. Давай. Подходи. Ну-ка. Следующий. Опа. Ух ты, нифига у них сила. Ух ты. Да ладно, а с этими как? Я ничего не вижу. Все? Видение? То, что случится? Бедная сынова. Тьма не торгуется. Ее нельзя уговорить. Гниль. Теперь она поселилась в ней, но она поползет вверх, к ее голове, вместилищу духа, пока наконец от нее ничего не останется. Все муки окажутся напрасными. Это только дело времени. Темная гниль будет расползаться все больше при каждом поражении. Если гниль доберется до головы Синуа, ее путешествие окончится. И весь пройденный путь пропадает и забудется навсегда. Самые тяжкие битвы ведутся разумом. Ее этому Дилион научил. Темная гниль будет расползаться все больше при каждом поражении, пока не доберется до ее души. Но она еще может управлять своим разумом. И она сдержит свое слово любой ценой.
Послушай меня, сынуа. За этими вратами лежит Хелхейм. Чтобы открыть врата, тебе придется биться с богами, которые охраняют их. Богом огня Суртом и богом иллюзии Вальравна. Пролей их кровь, чтобы открыть врата и войти в страну мертвых. Да, я слышал такое, что в этой игре чем больше ты будешь погибать, тем больше будет овладевать тобой тьма. В конце концов, она тобой овладеет, и ты умрешь, и придется начинать игру заново. Мы постараемся поменьше погибать. Северяне говорят, что в самом начале не было ничего, кроме тьмы и жесткого холода на севере, и палящего жара. Они говорят, что лед наползал с севера, а когда приблизился к жаркому югу, стал таять. Сила тьмы вдохнула в жизнь тающий лед. Так родился первый великан. Имя ему было Имир. Лед таял дальше, и сила тьмы дала ему жизнь. И стал лед коровой, чьим молоком стал кормиться великан. Да, коровы, это ты не ожидала. Tina Turner.